Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами в этом видео уделим внимание нашим мыслям, нашему окружению. Поговорим о том, как с помощью 4 слов вы сможете избавиться от любого негатива, от любой порчи, от любого недоброго слова, сказав всего лишь 4 слова. И как ваши мысли, как ваши слова могут влиять на вас. Девочки и мальчики, очень важная ценная информация, поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Будет много полезной, важной, нужной и интересной информации. Прямо сейчас ставьте лайк, поддержите нас, нам будет очень приятно. Также не забывайте подписываться на наш канал. У нас на канале очень много полезной, важной и нужной информации. Итак, друзья, давайте с вами начинать. Вы знаете, наши мысли, они обладают огромной силой, которую не удалось изучить полностью до сих пор. И они способны направлять человека на верный и легкий путь. Также они способны и увести человека за черту невозврата, откуда у него уже не получится вернуться. С помощью мысли вы можете управлять людьми, и с их помощью человек может как помочь человеку, а может причинить и вред, от которого потом будет трудно оправиться. Каждый человек без исключения имеет в голове разные мысли. У кого-то они добрые, позитивные, а у кого-то злые и негативные, но они в том или в ином случае оказывают непосредственное влияние на нашу жизнь. Поэтому нужно пытаться мыслить только в положительном ключе. Если этого не делать, то жизнь может измениться не самым наилучшим образом. В нее придут различные проблемы, недопонимания, а порой и несчастье. Человек, который находится под влиянием негативных мыслей, не живет своей жизнью. Он постоянно находится под энергетическим влиянием. Ему не хочется ничем заниматься, у него нет желания обучаться чему-то новому. Если даже оно и появляется, то очень быстро проходит. Нет желания встречаться и с близкими людьми, так как кажется, что весь мир смотрит на него и знает, что его что-то тревожит. И он не хочет, чтобы его жалели, и поэтому старается уединяться, держась в окружении только самых родных и близких людей. Помните о том, что наши мысли способны сбивать человека с выбранного пути, поэтому, если у вас имеются какие-то негативные мысли, от них стоит избавляться. Если вовремя этого не делать, то они начинают притягивать различного рода страхи, которые делают жизнь порой человека очень грустной. Ведь что может быть хуже, когда вместо того, чтобы спать ночью, человек лежит и перебирает в голове все свои страхи, а на утро встает подавленный, расстроенный, и это длится день изо дня, пока в его жизнь не приходит затяжная депрессия, которая переворачивает жизнь с головы на ноги. Не стоит ничего бояться, от страхов нужно избавляться, как и от неприятных мыслей. Вы должны понимать, что это ваши враги, и таким способом вы сами себя разрушаете. Вы разрушаете свое биополе, вы становитесь слабыми и подвластными любому негативу извне. Вас легко обидеть, предать, напугать. Вы только делаете, что ожидаете что-то плохое. Вы остановились на одном месте и не двигаетесь с этого места. А с каждым последующим днем это все труднее и труднее сделать. Научитесь прислушиваться к своей интуиции и идти навстречу страхам. Только так вы с легкостью будете от них избавляться. Не откладывайте решение проблем на потом. Не давайте им укрепиться в вашей жизни, так как если они это сделают, то будут притягивать и другие. Вы должны научиться отпускать все трудности, проблемы, недопонимания, то, что когда-то с вами произошло, так как этот груз многих лет ничего хорошего не приносит в вашу жизнь, а только делает ее трудной. Порой можно посмотреть назад и осознать, что много лет вы не жили, а существовали в негативных мыслях, в страхах, упуская шансы и возможности, которые у вас были. А если бы в нужный момент вы все бы отпустили, вы никогда бы не попали в такую ситуацию, в которой находитесь в данный момент и сейчас. Большинство вашей жизни происходит с вами тогда, когда должно произойти. Если вы добры душой, то вы имеете периодически возможность выбирать другой путь, который может кардинально изменить вашу жизнь. Но не делаем
этого, так как снова-таки мы боимся. Начните это менять, отпустите все то, что вас отягощает. Проблемам, негативным мыслям, страхам не должно быть места в вашей жизни. Им на смену должны прийти только положительные эмоции, улыбки, счастливые, радостные моменты, когда у вас будет желание творить, идти только вперед и никогда больше не смотреть назад. Вы сильны и мужественны, вам под силу все изменить. Главное захотеть и искренне это сделать. Ну и, конечно же, совершить самый первый шаг в направлении того, что для вас важно. Да, это трудно, порой кажется это невозможным, но если вы начнете идти, вы увидите, что с каждым шагом вам будет становиться только лучше, что перед вами откроются новые возможности, перспективы, что то, о чем вы будете мечтать всей душой, непременно сбудется. Попробуйте, и вы увидите, что это в ваших силах. Не позволяйте негативу и страху одолевать собой. Ничего хорошего из этого не получится. Вы не сможете радоваться своей жизни на полную силу, так как постоянно у вас будет пугать что-то пугающее вас, тревожащее, которое сбивать вас будет с того или иного пути. Ну а чтобы набраться энергетических сил, займитесь тем, что вам нравится. Постарайтесь кардинально переключиться. Каждый день повторяйте себе, что у вас все прекрасно, что у вас все хорошо, что вы живете в изобилии. И вы знаете, все изменится и все наладится. Жизнь будет такой, как вы мечтаете, и что в нее придет то, что вам очень сильно нужно. У каждого человека это что-то свое, порой даже то, о чем не знают близкие, так как не все, что есть в сердце, проговаривается вслух. Больше гуляйте, слушайте музыку, смотрите добрые фильмы, но не общайтесь с теми, кто вас расстраивает, и не пускайте таких людей в свою жизнь, так как они также способны притягивать негатив, который будет сказываться на вашей жизни неблагоприятно. Помните о том, что те люди, которые вам завидуют, которые злятся на вас, они вам что отправляют? Они отправляют вам разрушающие посылы, негативные посылы. И многие люди даже об этом не задумываются и начинают с таким человеком выяснять отношения, ругаться, пытаться за что-то отомстить, обидеться. А вы понимаете, что в этот момент у вас происходит что? Негативные энергии начинают вас окружать. Если вы сильный человек, то в первое время вы этого ничего не будете замечать. Вы не будете видеть тех или иных моментов, которые происходят в вашей жизни. Но если вы, например, приболели, и опять у вас произошла такая ситуация, ваше биополе ослаблено, и такой человек отправляет вам негативный посыл, он может прорвать вот эту энергетическую сетку, которая вас окружает, которая вас защищает от любого негатива, и тем самым у вас начнутся проблемы. Возможно, вы замечали или нет, но бывает так, что вы с кем-то поругались, попытались выяснить отношения, попытались даже доказать, что вы правы, и у вас все начинает нарушиться в жизни, начинаются какие-то проблемы, какие-то дополнительные расходы, на которые вы даже не рассчитывали и не думали об этом. Что это происходит? А человек вам отправляет в этот момент негативный посыл, вы его начинаете принимать, и в вашей голове проигрывается ситуация, как же мне навредить этому человеку, как ему отомстить, как его наказать и так далее. Вы должны понимать, что не вы судья и не вам принимать решение. Обидно, да, обидно, но вы ничего не сможете сделать, потому что мы все пришли в этот мир проигрывать определенные ситуации, становиться терпеливее, мудрее. Да, это сложно, потому что каждый человек соткан из энергии, из эмоций, из определенных, имеет определенные чувства, имеет свой характер, темперамент и так далее. Поэтому ваша задача, когда в вашем окружении есть враги, есть недоброжелатели, всегда в первую очередь быть спокойным. Сложно? Да, очень сложно, особенно если вы достаточно сильно эмоциональный человек, и вы прямо в данную секунду готовы с этим человеком спорить, что-то ему доказывать и так далее. Но вы должны понимать и то, что энергия разрушения идет на энергию разрушения и только увеличивается. От этого что происходит? Энергетический взрыв в первую очередь. И у вас что? Ослаблено ваше энергетическое поле. И это приводит к необратимым процессам. Кроме того, когда вы ослаблены, вы можете подцепить любой негатив, вы можете подцепить порчу, вы можете
подцепить недобрый взгляд. И все это вместе отражается уже на вашей жизни. Или бывает другая ситуация. Вы достаточно сильный человек, в вашей жизни все горит, все получается и так далее, и так далее. Но ваш недоброжелатель, ваш враг сказал вам какие-то слова. Это могут быть слова проклены, слова какие-то не очень хорошие. И у вас все хорошо именно лично у вас, но у вашей семьи возникают проблемы. У мужа постоянно какие-то проблемы, то со здоровьем, то у родителей. Помните о том, что все взаимосвязаны, в первую очередь, энергиями. Многие не видят этих энергий, но вот так наш устроен материальный мир, чтобы люди жили и думали. Мы сами все умные, достаточно и мудрые люди. Каждая душа, которая пришла и воплотилась именно в том или ином теле, она имеет определенные задачи, которые ей нужно решить. Кому-то стать нужно терпеливее, кому-то стать мудрее, кому-то нужно научиться любить, кому-то нужно научиться уважать и так далее, и так далее. У каждого это свои жизненные уроки. Да, есть такие люди, которые проживают свою жизнь налево и направо, а в конце жизни, когда приходит момент истины, они берутся за голову, но они всю жизнь делали не то, что надо. Поэтому ни в коем случае не стоит тратить своей энергии. Помните о том, что наша душа – это тоже энергия, которая есть в этом воплотившемся теле, которая хочет попробовать, увидеть, прочувствовать и так далее. И когда ваши враги, когда ваши недоброжелатели отправляют вам какие-то негативные посылы, ваша задача в первую очередь – не отвечать. Тяжело? Да, тяжело, потому что становится обидно. Кроме того, бывает так, что у вашего врага есть своя какая-то группа поддержки, которая наоборот вас пытается каждый раз клюнуть, сказать какое-то недоброе слово. Особенно это очень четко проявляется в больших коллективах и так далее. Ваша задача, как бы вам ни было сложнее, будьте терпеливее, будьте мудрее, улыбайтесь. И это очень важно, потому что когда вы улыбаетесь, даже если вам внутри больно и вам тяжело, помните о том, что рано или поздно ваши враги, ваши недоброжелатели, они поймут, что вы им не интересны, потому что с вас нельзя подпитаться энергией. Вы должны понимать и то, что когда человек отправляет вам негативный посыл, отправляет вам в вашу сторону проклён, вы знаете, в первую очередь он что делает? Он пытается взять у вас энергию. Он этого может не осознавать, но его задача, вот это, знаете, как хапнуть, украсть у вас. И если вы поддаетесь, то с каждым разом вот эти энергетические атаки, они будут сильнее и сильнее. И это будет отражаться и на финансовом вашем плане. Это будет, конечно же, и будет возвращаться вам и с вашим здоровьем и так далее, и так далее. Поэтому ваша задача в первую очередь не реагировать, как бы ни было сложно. Улыбаться, желать всего самого наилучшего и идти своей дорогой. Но, конечно же, хочется знать и понимать о том, а что же делать, когда ваш враг вас провоцирует. Вот что сказать, чтобы вот тот негатив, все то зло, которое ваши враги, ваши недоброжелатели, ваши завистники говорят, и вы могли сказать, и таким образом вы как обрезали. Вы знаете, вы как поставили стену, вы как обрезали, и что бы они ни делали, у них ничего не будет получаться, и они будут понимать, что это все им вернется. И вы помните о том, что мы с вами не судьи, а бумеранг, он всегда что делает? Он всегда возвращается, при этом в тот момент возвращается, который никто никогда не ждет. Поэтому как только в вашем окружении, независимо, это может быть коллега на работе, это может быть ваша соседка по многоквартирному дому, или соседка по даче, или просто какая-то знакомая, или вообще вы находитесь в общественном транспорте, и вас начинают вот дергать, толкать, вас начинают какие-то говорить недобрые слова. Помните о том, что человек может неосознанно пытаться питаться с вас энергией, потому что вы находитесь в гармонии, вы находитесь в балансе, и значит, ваш сосуд нужно попытаться хоть как-то дотронуться до него, чтобы он начал ломаться, чтобы вот эта энергия начала уходить этому человеку. Поэтому в этот момент говорите следующие слова: «Уйди,
верни, защити, очисти. Вот четыре слова. Вот прямо сейчас себе запишите на листке бумаги, в компьютере, в телефоне, просто на бумажке. Еще раз. Уйди, верни, защити, очисти. Сказали достаточно одного раза, но это нужно произносить уверенно. Не как, знаете, вот лишь бы сказать. А вот сказали уверенно. Надели на себя фиолетовый свет. Можете фиолетовый быть, находиться в фиолетовом коконе. У каждого это свое представление о защите. И все. И у вас ни один недоброжелатель, ни один враг никогда в жизни не возьмет, не подцепит, не отправит никакой негатив и так далее. Почему? Потому что вы будете ему неинтересны. Также не забывайте о том, что рассказывать о своей жизни тоже не стоит. Даже бывает так, что люди живут, делят последний кусок хлеба, а потом узнается, что человек 10, 15, 20 лет просто врал, красиво улыбался, а у него была задача просто у вас забрать какие-то материальные блага, забрать вашу счастливую семью, забрать здоровье или еще что-то, что, как вы считаете, это все какая-то мелочь. А для этого человека в его представлении это по-другому. Поэтому, пожалуйста, проводите такие практики, они обязательно вам помогут. И вы сможете с легкостью дальше жить и развиваться. Мы всем желаем мыслимых и немыслимых благ. Надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, поддержите это видео. Не забывайте подписываться на наш канал. У нас на канале очень много полезной, важной и нужной информации. Но прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.